Ваша должность колониального магистра временно прекращена, вплоть до официального расследования вашего присоединения к силам. Это Джимми. Я пошел. Да. Рейнер на связи. Отлично. Алви. 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 Отлично. Отлично. Алви. Отлично. Алви. Отлично. Алви. Отлично. Алви. Отлично. Алви. Алви. Отлично. Алви. Отлично. Отлично. Алви. Отлично. Алви. Алви. Вы повстанческие подонки. Отлично. Алви. В любое время. Отлично. Зерк? Глазам своим не верю. Поверь это он. Я верю своим глазам. Алви. Отлично. Отлично. Алви. Отлично. Алви. 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 Отлично. Алви. Отлично. Алви. Отлично. Отлично. Алви. Отлично. Отлично. Алви. Отлично. 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 Алви. Отлично. Алви. 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 Отлично. Алви. Отлично. Алви. Алви. Отлично. Отлично. Алви. Отлично. Алви. 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 Поле телепортации активизировано. Это Джимми. Обнаружен неавторизованный доступ. Отлично.
Отлично. Отлично. Эй, мы нашли планы. Пусть нас ждут на выходе. Привет, парень. В штаб-квартире начали анализировать диски. Они ожидают, что им удастся декодировать ее быстро. Я думаю, чтобы на них ни было, оно того стоит. Принято сообщение от Арктуруса Минкска. Вы и капитан Рейнор неплохо поработали, командор. Я верю, что наши усилия ослабили давление Конфедерации на окаймляющие миры. Но наша работа еще не закончена. Лейтенант Керриган, второй человек в моем командовании, будет продолжать действия. Наши источники говорят, что антикский министр готов поднять мятеж против Конфедерации. К несчастью, Конфедерация уже об этом информирована. Они разместили там большое отделение войск Альфа-Сквадрон под командованием генерала Дюка. Ваше задание, командор, освободить колонию и показать наше хорошее отношение к народу Антики. Лейтенант Керриган поможет вам договориться с офицерами Дюка. Ваша задача — договориться с остальной частью Конфедерации. Давай, командир. В любое время. Отлично. Капитан Рейнор, я закончила осмотр местности. Вы свинья! Что? Я тебе даже ничего не сказал. Да. Но ты подумал. А, да, ты же телепат. Давай все мирно уладим. Ладно. Я пошел. В любое время. Разрешите доложить. Лейтенант Керриган в вашем распоряжении. Я ненавижу их. Они видят меня, даже если я замаскирован. С большим удовольствием. Все понятно. Я. Уходу, уходу. Что еще? Я. Все понятно. Я. Thank you.
жду. Рейнер на связи. Что еще? Я обо всем позаботилась, командор. Антиганцы смогут перебраться. Вы правы, все в порядке. Я жду. Иду, сэр. Командор, мои приборы указывают на большое скопление сил Конфедерации рядом с базой. Да, они не тратят время, да. Ходу, ходу. Прессивик. Сейчас сделаю. Я пошел. Я разберусь. Прессивик? Веду, сэр. Да, сэр. Да, конечно. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Я пошел. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Пошел, пошел. Я жду. Дай-ка я кого-нибудь любое пристрелю. Время. Я пошел. Прессивик. Хороший приказ. Уже в пути. Победа за нами. Я скоро. Приказ понял. Прессивик? Я иду, сэр. Да, конечно. Вот это мне по душе. Сейчас проверим. Я скоро. Победа за нами. Сейчас проверим. Я скоро. Приказ понял. Сейчас проверю. Приказ понял. Сейчас проверю. Я скоро. Победа за нами. Прессивик, хороший приказ.
Ходу, я разберусь. Что сделаю? Пошел, я разберусь. Командир? Только скажи. Командир? Рок-н-ролл. Только скажи. Работа выполнена. Иду, сэр. Работа выполнена! Пристрелю.
кого-нибудь пристрелю. Пошел! Я пошел. Только скажи. Работа выполнена. К ходу. Хороший приказ. Не хватает минералов. Ваши войска атакованы. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дамчусь ветерком. Пристегнитесь, парни. Я пошел. Отправляемся. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Поехали. Работа выполнена. Хороший приказ. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Что сделаю? К ходу! А ну, держитесь, есть работа! Дамчусь ветерком! Пристегнитесь, парни! Куда поедем? Осторожнее при выходе! Работа выполнена! Следующая остановка! Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Поехали. Только скажу.
Только скажи. Командир. Только скажи.